По поводу проституции. К сожалению, проституция чрезвычайно сильно присутствует в нашей стране, в нашей жизни, но я имею в виду не проституцию женскую или даже мужскую. Это, как ни странно, ушло на второй план. А с началом кризиса опять появились на улицах проститутки, и проституты — это да. Но, собственно говоря, страшнее другое. Во-первых, большинство женщин являются содержанками или считают себя товаром, большинство мужчин считают женщин товаром, который можно приобрести. А проституция в общем смысле этого слова просто фантастическая, потому что никто не придерживается ни взглядов, ни убеждений, ни нравственности. По поводу порнографии все гораздо проще. Она должна быть разрешена с какого-то возраста и продаваться или показываться в определенных местах. Как бы, в принципе, наверное, люди имеют на нее право, тем более есть огромное количество литературных произведений, которые написаны задолго до нас, и они тоже являются, в принципе, порнографическими, но являются при этом литературным наследием. Поэтому поменьше рассуждений, что есть порнография, что нет, чем проще принцип подхода, тем лучше, и обязательный строгий контроль, чтобы это не попало в руки детям и подросткам. А вот с проституцией, к сожалению, это начинать надо с самих себя, всей стране.